Носители этого имени – отличные семьянины и хозяева дома. Они гостеприимны, любезны, высокоморальны, твердо придерживаются своих принципов и хранят верность супругам. Окружающие ценят этих людей и ищут совместного общения с ними, и часто ищут у них совета, поскольку они уравновешены, рассудительны и способны вникнуть в суть чужих проблем. Иногда они чересчур беспардонны. Некоторая расчетливость, присущая владельцам этого имени, компенсируется стремлением к духовному общению. Часто эти люди уходят в богослужение, но без фанатизма. Такие личности могут стремиться к лидерству, но этого добивается путем подавления других. Иногда эти люди бывают чересчур мрачны. У них внутренняя установка преуспеть в жизни собственными силами, завоевать авторитет, независимую позицию в жизни. Этим людям также характерно стремление поделиться своими ощущениями и знаниями со своим партнером. Предупреждение владельцу с буквы «Л» не тратить жизнь впустую, а найти свое истинное назначение. Им важно, как они выглядят в глазах окружающих, поэтому стараются добиться высоких результатов выбранной деятельности. Подавив в себе стремление к накопительству, владелец имени сможет реализовать свой богатый духовный потенциал. Носителю имени не придется заставлять трудиться. Данное имя связывает с красотой, парадностью и в то же время замкнутостью и ограниченностью из-за звука «Д». Если владелец этого имени неуважительно относится к природе, то он вредит самому себе и за все проделки будет наказан. Лучше быть заботливым. Эти люди всегда имеют собственное мнение, даже при том, что они слишком чувствительны и добры. Навязать им чужие убеждения невозможно. Буква «Б» в этом имени вносит в характер человека потребность в острых ощущениях. В отношениях владельца имени проявляет инициативу и очень часто собственнически относится к партнеру, считая себя единственным спасителем. Может быть и великодушным сопереживающим человеком, филантропом, стремящимся подняться на высший духовный уровень. Владельцы этого имени часто обладают непростым характером самовлюбленность и эгоистичность. У них парадоксально сочетается с добротой и отзывчивостью. Этих людей отличает гордый характер, удачливость и напористость. Владельцы этого имени всегда готовы помочь, но иногда бывают капризны. Буква «У» говорит человеку, что не все стоит делать так, достоянием общественности. Звук «А» в этом имени считается символом проявления самостоятельности, чистоты и ясности. Букве «А» свойственна сила и лидерство для этого имени. Эти люди обладают творческими способностями, любят неожиданности и нестандартные ситуации, которые привыкли решать с помощью логики. Гласная буква «У» вносит в характер хитрость, а именно умение тщательно скрывать истинную цель своих намерений, способности политика. Им как воздух требуется впечатление, возможно, застенчивость. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.